Здравствуйте, мои дорогие зрители. Любовь моя к вам бесконечна. Я нахожусь в Леруа Мерлине. И хотел вам ответить на часто возникающий вопрос. Какая вода в Аликанте? Вода, скажу честно, да хреновая. Но, так как моя жена парикмахер, я вам скажу, что вода для волос хорошая. Но пить ее, ну не очень. У меня стоял фильтр, он кончился, старый. Одно время я пользовался даже вот такой вот фигней, вот такой вот. И я приехал в Лерой, посоветовался с продавцом. На сегодняшний день он мне посоветовал вот этот вот аппаратик. За 215 евро, новый. У него система Osmoseo, то есть там, кажется, пятикратная очистка воды, очень мощный. И что-то около, один фильтр хватает на 2 года. В общем, новейшая модификация, именно новейшая, потому что он 70-ка. Вот это вот 70. Так что это мой ответ по поводу чистоты воды. Можно пить, масса арабов, цыган пьют воду без всяких фильтров. Друзья, но мы состоим из воды все. В день мы потреблять должны 2 литра воды минимально. Если вы хотите подольше прожить, желательно напрячься и купить, ну, какой-нибудь фильтр. Хотя можно и вот этим пользоваться. Без вопросов. Полмира ими пользуется. Такие вот дела. Это вам ответ по поводу воды. Так, друзья. Adiós, amigos.